Ми, як завжди, з вами домовляємося, гравця відпустимо після того, як він з вами поспілкується, або навпаки ви з ним, на тренування, а потім будемо спілкуватися з головним тренером. Тому, будь ласка, запитання спочатку до Макаренка і максимально активно, бо там трафік не дозволив команді приїхати раніше, ніж ми планували. Будь ласка, перше запитання. Прошу. Ну, цікаво знати ваше мнение о Туне і про те, що Ну, хочу сказать, что для «Динамо» это очень важный турнир, и все команды в нашей группе сильные, но мы их уважаем, и они, ну, не боимся, они нам, мы должны их обыграть, потому что мы «Динамо Киев». А что касается искусственного поля, но довольно-таки мы смотрели, что последнего поколения и приближенно к натуральному, так что сейчас выйдем, попробуем. Способимся і завтра, надіюсь, все буде хорошо. Спасибі. Прошу ще запитання. Будь ласка. Це ваша перша дискотека? Ну, чуть волнуюсь. Да, перша. Привыкай. Чого? Ось футбольна длинна. Холодно. Давайте третє запитання, будь ласка, факти, Юрій Сай. Олег, вибор пав на Женю. Женя, вопрос. Как вы мне задаете этот вопрос? Ну, как прилетели в Швейцарию, подошли ко мне с пресс-службы и сказали, что ты идешь. Вот и все. Моя задача прийти с вами пообщаться. Будь ласка. Матч в Києві дуже складно. Як ви думаєте? Виграєш на сніжні, як програєш так? Ну, я думаю, що нам треба забити перший гол як можна швидше, і тоді наша гра буде намного уверенніше. Ми маємо достатньо багато лівих моментів. І все буде. І головне грати нашу гру, і все буде добре. Что касается выездная игра, ну да, нас при своих трибунах играть намного легче. Но это футбол, надо и на выезде показывать тоже хорошие результаты. Еще запитання до Євгена Макаренка. Ну, мы перед каждой игрой анализируем соперника, смотрим нарезки и анализируем их слабые и сильные стороны, что мы делали вот буквально на днях. И от этого отталкиваемся, и вот и все. Пожалуйста. Много матчей за последние 10 дней играли, 4 матча. Ну, я думаю, что в физическом плане все хорошо. Главное, что мы быстро отошли от... переключились после неудачной игры в чемпионате. Ну и завтра должны демонстрировать хороший футбол и выигрывать.